Ну, ребятки, всем еще раз привет. Мы зашли в такой вот магазин профессиональных красок, шампуней. Ну что, типа, это реально профессиональных этих всех. Как отбираю, типа, твоих шампуней, красок, магазин. Блин, свет отсвечивает. Смотри, либо десятка. Вот. Какой? Вот десятка, видишь, последний. Либо... Ну, я не знаю. Либо вот этот. Он желтый не будет? Ну вот, я переживаю за это. Мы реально уже просто не знаем, какую взять краску, потому что будет желтый. В общем, сейчас Настя пойдет попытается с переводчиком пообщаться. Вот, Настя, надо учить язык, чтобы не было таких проблем. Translate. Ой, Настя, показывай. Поторопилась, я говорю, Настя, давай зайдем в другой магазин, я говорю, может, там будет больше выбора. Нет, уперлась, все, я уже здесь, и все. Это может цена та же самая. Мы на первый магазин зашли, можно было еще пройтись? Тут, наверное, так разом. Короче, 15 евро. Вот, обычная лореалевская краска. Ну, необычная, здрасте. Такое нет здесь, в Рошмане. Упаковка другая просто, да? Я не знаю, я такой еще не пользовалась. Ты же мне говорила, что тут такие фирмы, типа которых нет в Россмане. Ну да, это, такого нет в Россмане. Так она просто упакована по-другому. Нет, это другая краска. Лореаль нет в Россмане? Лореаль есть, но это другая в Лореале, другая краска. Это совсем идет другой. Поэтому что ты думаешь, она бы продавалась бы там? Ну, ты хочешь сказать, а этого какой цвет нет. Будет? Покажи. Цвет? Ну, блин. Подожди, нет. А кисточка? Чего ты все это не взяла? Да там дорого, кто я здесь тебя красить куплю. Будет? Здесь, а кто красить ты? Тебя будет? Мы я? Ой. А нет? Да. Смотрите, ребят, какая тут у нас красота. Эх. Сейчас бы тоже посидеть в кафешке этой, поесть морозиво. Да? А не голову, да, красно. А не голову красно. Мы в Россмане, ребята. Так, и смотрите, есть скидочки сейчас на шампуни, на бальзамы. Так что, девочки, берите на заметку. Вот. Краски. Смотрите, сколько скидок на краски. Вот, краски Настя на... После этого я стала реже краски. Гарниер, слышали? Не советуем. Смотри, Настя, вот твоя Лореаль. И она здесь за 4,99. Подожди, ну такого оттенка, что нет? И не такое. А кто тебе сказал, что нет? Нет, белые просто вот. Это другое совсем. Вот, 10,13. А у тебя какой 10? Смотри, все, сколько скидок на краски. А тебя мама какую фирму советовала? Ее здесь, я же говорю, ее здесь нет. Нету? Нет, это именно без аммиака идет. Она только в Украине или что? А вон, по-моему, нет? Вот, да. Вот такой. Вот. Я думала, да. Но он какой-то все равно желтый. Тоже Лореаль. Ну ладно, какую взяли, такую взяли. Еще буду знать. Так что да, ребята, берите на заметку, девочки, кому нужен, нужен шампунь, бальзам и краска. Скидки есть. Куда? Куда? Да, нам сейчас тоже надо немного купить для дома, там порошок, еще что-то. Сейчас включимся. Что ты ищешь? Блин, щиточку. Щеточку. Нашли мы эту щеточку. Вот, она, да? 2,49, да. А что еще нужно? Ну все, для краски что? У меня все закончилось. Для бровей, может, мы сейчас найдем краску для бровей. Нам надо еще порошок. А. Вот есть такой вот отдел, скажем так. Тут всегда скидки. Разные. Я не знаю, почему это оценяют. Ну, тут можно многое найти. Настя, не хочешь тут что-нибудь посмотреть? А? Скидки, кстати, не всегда такие оправданные. Я не знаю, я ничего тут никогда не брала, но вижу, что можно многое найти. И тут всегда какие-то оценки. Просто старая очень. Вот, паника, Настя, потеряли карандаш. Я говорю 100 раз, я его положила. Нашла? Да. А что за паника была? Просто, что я думала, что типа мы тогда спустили. В общем, ребята, хоть не заходи в магазин, реально. Цены. Вроде взяли в Россмане все такое необходимое, то, что реально нужно, вот каждый месяц там порошок, но мы пойдем покажем, что мы взяли. У нас были, мы такой... Раз, 26 евро. Хорошо. Алди 12, РВ 4. Как
капец. Сейчас быстренько, давай, быстренько перекур и просто бежим. Очень сейчас холодно, прям вообще. Застегнись, кстати. Застегивайся, Настя. Застегивайся. Видите, как один раз скажи, не понимает. Надо сказать 20 раз. Мы дома, Настя в шоке, говорит, нет перчаток. Ну да. А почему так? Вот, Настя, почему в дешевой краске есть перчатки? А в такой дорогой нет? Ну, это же профессиональная краска, которая идет, наверное, для профессионалов. У них есть свои перчатки. Я, конечно, профессионал, но у меня перчаток нет. Будут из пакета. Кстати, есть кое-какие перчатки? А, есть, да. А, ну вот. Мы когда сюда заселялись, у нас на кухне почему-то валялось две упаковки. Я нашла инструкцию на русском языке, вот, читай. Вот, читай. И, ребятки, сейчас мы вам покажем распаковочку, что же мы купили. Вообще, сегодня опять какой-то очень затратный день, я вообще не знаю, что мы будем делать дальше. Будем как-то конкретно экономить, уже начиная с завтрашнего дня, по-другому никак. Что ты вздыхаешь уже? Что, я не понимаю. Я только поняла, что эту штуку, а дальше написано, что один тубик красителя, типа. Тюбик? Диа 6 волюм 1,8%, 9 волюм 2,7% или 15 волюм 4,5%, в зависимости от желаемого результата. И как я должна понять? Ну, вот этот один тюбик, а вот та смесь вторая, тут написано, оно же как-то называется. Смеси много. И тут три смесь. Три варианта. Типа, какое вы желание хотите? Типа, вот как понять, 15 волюм 4,5%? Я не знаю. Что такое волюм? Волюм, ну... На русском написано. Объем сколько этой краски, видимо. 6, 9 или 15. Это объем, Настя. В зависимости от желаемого результата. Количество продуктов могут быть увеличены при необходимости, при условии, при соблюдении пропорций. Настя, ну... А, 1:1,5 написано, так вот как она объяснила. Тебе, да, она тебе так и показала. 1:1,5. Что это значит? Там 1,5 получается, да? Один тюбик. 50 миллилитров, да, краски. Вот эта вся краска идет. Ну. Где же у них? Что, может не хватить? Да нет, ну хватит. Да у тебя не такие длинные волосы. Так, хорошо, а сколько часов держать? Почему они не Она сказала 20 минут. А, да, тут 20 она сказала. 20 минут. Ой, ребята. В общем, сейчас Настя что-то будет интересно, да. И мы сейчас покажем вам распаковку. Ну, мне кажется, для моих волос надо 30 минут. Настя, вы сказали цванцыш. Ну, ну, блин, ну, мне кажется, что не 20 минут. Ну, всегда, не знаю, моя мама всегда держит дольше. Ну, это твоя мама. Тебе сказали цванцыш. Значит, надо держать цванцыш. Ну, она просто работает и знает про краски, типа, и нужно это знать. А потом, ребята, буду виновата я, что она подержала 30 минут и скажет, ты меня плохо покрасила. Ну, для краски надо 30-40 минут, для башки большой такой. Если у меня короткие были волосы, то мне с головой хватило бы 20 минут. А у меня жесткие волосы, и поэтому я думаю, что будем... Ладно, короче, ребята, будем не будем вас грузить этим всем. Да. Пойдемте, будем распаковывать, да, наверное? Да, сейчас уже идем. Вот, ребята... Как и обещали, показываем, что мы купили. Это Росман, это 23 евро, да, или 26? 23? 26. Да. Короче, либо 23, либо 26. Перволь, краска для бровей. Настя решила попробовать вот такой вот Гарниер Фруктис, тоже что-то для волос с авокадо. Надеюсь, что хорошее. Моющее средство для посуды. Фейри почему-то не продается в Росмане, а до Кауфленда, Кауфлянда нам далеко. Кстати, там... В комментариях пишут, что Кауфлянд это неправильно, но ну, там были люди, которые писали, что правильно звучит Кауфлянд, а там некоторые выражали, что нет. Нам преподаватель сказала, что Кауфлянд. Вот, ребята, еще раз, те, кто реально знает, напишите, пожалуйста, как правильно, Кауфлянд или Кауфланд, или Кауфленд. Бритвы, ножные палочки, салфетки и вот такое вот, чтоб Настю покрасить. Вот какие-то две заколочки и щеточка. И сейчас показываем, что мы взяли в этом. Валдит. Да. И с Росмана еще вот эти. Еще вот с Росмана. Вот с Росмана. Евро, по-моему, евро 50. Что такое? Ну, да. Все? А, Росман, вот все. А, и вот еще Росман. Да.
26 евро. Все, дальше. Настя была против полуфабриката, а в итоге сказала: Аня, давай возьмем полуфабрикат. Это наггетсы. Не, я Chicken просто в них nuggets. Уверена, потому что мы один раз их кушали. А мы, по-моему, брали другие, нет? Не знаю. Ну, в общем... Там просто сама суть, там именно курица внутри идет. Филе. И ничего. Я всегда боюсь, что в таком попадутся кости, потому что в Польше, помнишь, мне попалась Польше, кость в наггетсах? Да, но тут чистое филе, оно что у нас гирлянда как-то как попала? Ничего страшного. Ладно, бывает. Давай дальше. Это 4 евро стоит, 500 грамм. Это... Евро конфеты. Да, 99. Чисто потому, что такая цена, так бы мы бы их не брали. Они очень такие твердые. Кстати, сейчас помидоры вкусные. Я вообще... Два... Сколько? 25 или 140. Короче, сейчас скидка, ну, до 3 евро. 400. Конечно, дорого, но 400 грамм. Они но они реально, ну, вкусные, по крайней мере, вкус помидора. Вкус помидора вкусный. Да. Дальше. Руккола, конечно же, мы любим делать салатик, поэтому руккола – это неотъемлемая часть нашего этого рациона. Что ты еще говорила? Говорю, в нашей жизни руккола. Тоже европечение такое. Мы просто взяли, потому что скидка пусть будет. Спаржу я очень захотела. Я хочу ее сделать в соевом соусе. Очень вкусненько, да, получится? Угу, килограммчик такой замороженный спаржу. Да. Хорошо, что у нас есть это, морозилка. Хлебушек, самый дешевый. Евро. Мы да. всегда его берем. Нормально, классический. И две пачки заправок. Потому что по скидке, да. Обычно мы тоже берем эту же фирму, Knorr. Я вам уже рассказывала. Я думаю, все знают. Да. Масло, вода, перемешали. И неплохая такая заправочка. Mm-hmm. С паприкой мы еще не пробовали, попробуем. А вот эту итальянскую мы всегда берем. Водичка 27 уже. Уже 27? Да. Да, обычно 25 раньше было. И все. Все? Да. Я такая сижу и жду, что ты еще ну достанешь. Что? Ну что, и, конечно же, мы не сдержались и опять взяли колу. Когда мы уже избавимся от этой дурной привычки пить колу. Реально, ребята, у нас зависимость от колы. Что нам делать? Как нам бросить эту гадость? Да. И еще мы взяли, я же забыла сказать. Так мы же уже, я же уже показывала. Уже показывала, да. Только. Мы же на улице я снимала. Ну, в общем, ребята, я не знаю, у нас очень много материалов для этого видео, поэтому, наверное, с покраской видео выйдет уже следующее. Да, но да, оно да. выйдет тоже сегодня. Так да. что я сейчас загружаю, как мы ходили в Росмане, как мы краску выбирали и распаковочку. И покрасочку заснимем, да, тоже. Вот сейчас покушаем и будем снимать, как я буду красить Настю. И выставим это видео тоже сегодня. Да. Так что, ребята, пожалуйста, наше видео. Спасибо, что комментируете. Я спасибо. Отвечаю, стараюсь вообще сразу же ответить. Спасибо, что ставите лайки, комментируете, сказала. А те, кто новенький, кто попал, кому мы попались в рекомендацию, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы хотим развивать свой влог. Нам нравится снимать, поэтому будем благодарны за подписку. За вашу активность на нашем канале и мотивацию снимать нам видео. Все, всем пока. Пока. До встречи.